Потасовкой с применением газового баллончика обернулся демонтаж МАФа возле старинной арки у входа в Отраду рядом с канатной дорогой. Представители управления торговли решили снести незаконный МАФ, но на его защиту стали владельцы. Они вызвали службу госохраны. После этого, по словам очевидцев, чиновники мэрии усилились парнями спортивной наружности. Именно от них и досталось владельцу МАФа. Вот эти вот люди, вот они, видите? Вот этот человек и этот человек. Вот этот человек брызнул мне в лицо перцовым баллоном. Это тетушки, с которыми приехали вот эти вот работники, не знаю, горсовета, коммунальная служба. Вот они ездят в сопровождении бандитов, которые в случае чего устраивают, провоцируют драки. Мужчина рассказал, что снесли теневой навес решеткой для вьющейся розы. Причем никаких, с его точки зрения, правомерных документов чиновники не показали. В съемочной группе репортера представители департамента показали акт обследования объекта и предписание на его снос. В мэрии сообщили, что добровольный демонтаж должен был произойти еще 10 мая, но владелец отказался. Информации о пострадавших и задержанных нет. В ситуации разбирается полиция.